Васька, да, твой любимый попугай. Всем привет. А еще любимая игрушка у Руси. Да, ну попозируй, попозируй. Я, смотрите, вот так пытаюсь ее забрать. Каба, схватила. Да, твой попугай, твой Руська, твой. Такая деловая. Морда, смотри. Улыбнись. А видишь, я к попугаю подбираюсь. И... Да. Роська. Ладно, все, убираю руку. Все, можешь спокойно, спокойно посмотреть. Да. Она любит за ним гоняться. Ты не отбираешь, бросаешь. Ну, молодец, твой, твой попугай, твой, да, твой. Так, твой попугай, да? Роська, так кто там ходит? Заберу попугая сейчас. Ой, вцепилась как в него. Дай, 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 дай мне попугая, дай. Ну, это что же любит играться, приносит его, чтобы не отбирали. Так, все, где-то слышит посторонние звуки, отвлекает ее. Роська, заберу. А еще попробуйте ее не забрать. Хватка хорошая, еще ласты, он как лапой, вон, вот лапы придерживает. Так, Роська, мы вообще снимаем кино. Чего ты отвлекаешься на сторону? Да, как-то она полюбила этого попугая. Роська, ну что, побежишь? О. Пришла дальше, его притащила, да? Хоть и китайская игрушка, но выдерживает хорошо, да, Роська? Да твой попугай, твой, ну не буду тебя, не заберу я его у тебя, да. Что, уже все? Наигралась с попугаем, да? Или еще хочешь? Ну. Он отбирает, отбирает. Ну все, твой, 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 да, молодец. Как лапа не схватила, вот. Попугая, да? Что, чтобы я не отобрал у тебя тогда? Вот двумя лапами вот так вот схватила Роська, да? Это на мою руку смотрит. А твой попугай, все, молодец, 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 твой, твой, все. Не могу у тебя отобрать его. Самое интересное, что к некоторым игрушкам как-то все равно. Это одна из ее любимых, этот попугай. Сама себе его как-то нашла, носится с ним. Когда хочет поиграться, приносит его. Но любит так, чтобы не отобрать, бросить. Она за ним бежит. То есть она уже немножко набегалась. Попробую еще. Не, вон, вот лапа. Вот вторая лапа, как она ее вот держит, да? Придерживает, чтобы не забрали. Роська, заберу попугая, да? Чей попугай? Да, ну ладно. Я уже буду заканчивать. Подписывайтесь на Роськин канал.
Заходите к ней. Все, всем пока. Роська, ну скажи всем пока. Ведь ты хочешь разгрызть попугая, ну.